Баба Вера опять с вами. Ну что, я уже смотрю, ну, очень много, такое разнообразие, вообще вот разнообразие стилей, разнообразие исполнения. О, сколько всего разного, очень-очень-очень интересные есть работы такие. Вот одну мне скинули, посмотри, на русском Минем. О, ну, перевод на русском кавер. Ну, я что могу сказать? Есть очень интересные каверы. Я с удовольствием, тем более, посмотрю. Ну что, Женя, давай, поехали, будем тебя слушать. Вперед. Я не боюсь. Вот это путь. Я должен был ведь его пройти, чтобы оказаться тут. И кто-то из вас может быть все еще там. И чтобы выбраться, идите за мной. Я помогу вам. Даже пока я не перекинул с бумаги слова на минус, не сделать вам, чтоб текст мой утратил всю ядовитость. Остановить меня вы не сможете, я там битву. Я привык держать все обещания, меня мечты и не лишить. Пишу для души, и мне плевать, если мир надумал мой голос заглушить. Стану лидером, как и хотел, и нет сомнений никаких. А тех, кто смотрит с высоты, оттуда скину мигом их. О том, чтобы отступить, у него мысли даже близко нет. От инфиниты до релапсаре лисит он свой рэп. Неважно, где бы он ни был, и чтоб ни было, его запал и искренность не денутся никуда. Неважно итог, какой там итог, он влился в игру. Помешать ему в этом не смог тут никто. Забыв о всем без лишних слов, он должен встать в полный рост и взять свое всем на зло. Я не боюсь занять свою позицию. Дайте руки Все, кто вокруг. И мы пойдем все вместе через шторм. И не глядя ни на что, просто знайте, вы не одни. Зовите, если по пути мы с вами идем. Игр не будет впредь. Я должен лифтовать и складывать в ритм слова, ведь это же рэп. Я вам не король, утратил я трон. И вам срать на чувства, колпак мне дали вместо короны. Скажу фанам, я больше никогда не подведу вас. Клянусь, отрекаться от слов я не буду. И если подумать, мой диск реланс был ведь не очень. Я сейчас об этом честно скажу вам. И я не ошибусь никогда. Я не зря вернулся к вам, клик-клак. Я не стану шутить, высоко поднялся, и мне не уйти, не опуститься в утиль. Надо разобраться мне с этим всем дерьмом. Думал я, что все спланировал, но ошибся, и снова вверх дном во мне все. Но настало уже, ведь время гнать всех бесов, ведь они наружу рвутся медленно. Я не боюсь занять свою позицию. Дайте руки Все, кто вокруг. И мы пойдем все вместе через шторм. И не глядя ни на что, просто знайте, вы не одни. Зовите, если по пути мы с вами идем. Я не могу больше жить так. И из этого дня, из этой клетки рвусь я. Я лицом стану своим страхом, и я стоять буду на своем. Ведь я уже по горло сыт, воедино собрать мне нужно всю жизнь. И мое решение очистить от грязи себя. Скажу сейчас, что сделал это все ради всех вас. Ведь я вернулся другим человеком, сомнений нет. И помогли вы там лишь вы, поверьте мне. Через ад пробрался он также бессилен перед средним пальцем. И если видишь на лице слезы, это от счастья. Ведь сейчас хейтеры как бежал, пчелы падают все вниз. И я вам обещаю больше никакой вражды и провокаций. Надо взяться прямо сейчас за дочку, чтобы стал я лучшим самым отцом. Я клятву дам о том, что впредь в моем доме нет места ни для чего, кроме любви и ласки. Вам не хватит сил. Пошел сегодня, чтобы я в клуб, или лучше в паб, который тут рядом на углу. Поднял планку, прицел, сейчас мой на луну. И теперь иду только наверх, нет больше страха во мне. Я не боюсь занять свою позицию. Дайте руки Все, кто вокруг. И мы пойдем все вместе через шторм. И не глядя ни на что, просто знайте, вы не одни. Зовите, если по пути мы с вами идем.
Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Жду вас. Ой, боже, тапочки понравились. Очень, ну очень. Хотя и тут я в шоке. Перевод, рэп, перевод на русский. Я в шоке, конечно. Молодец, молодец, парень. Я понимаю, вот представляю всю эту работу, перевел. Потом надо свести это все, чтобы это все было в ритму, под музыку, записать это все. Ну, я представляю этот объем работы. Ну, я так думаю, это он для меня делал. Я чаще всего смотрю, что на английском там нифига не понимаю. Честно признаюсь. И только слушаю так вот сама музыка, сам голос, вот это. А текста ж не понимаешь все. А тут он для меня сделал перевод. Оригинально, оригинально. Видосик немножко хромает. Ну, я думаю, у него еще все впереди, видосики начнет делать. Добавлять сюда, доставлять. Ну, кавер получился класс. Мне очень понравилось. Слов просто у меня нету. Это проделано, ну, очень, очень, даже небольшая, а громаднейшая работа. Круто, круто, молодец, продолжай, я в восторге, ты видишь, я в восторге. Только представлю это все, и уже застрелиться хочется. А тут он сделал. Короче, сижу, мучаюсь с этими реакциями, пока посведу. А тут я представляю. Начинаю, что звук не подходит, то голос там не тот, то глухо, то звонко. Ну, вы же понимаете. А тут, ну, молодец парень. О, для меня высший класс. Не знаю, как для кого, а мне очень понравилось. Так что пока-пока. Подписывайтесь и на его, и на мой канал. Не стесняйтесь. Нажимайте на колокольчик. Лайки не забывайте ставить. Ну, короче, работайте тоже. Не только я, но и вы. Пока-пока. До новых встреч.